Генеральный партнер программы – торговая группа «Абсолют». Официальный партнер программы – строительная компания «Бургражданстрой». Здравствуйте, вы смотрите новости на ТВ, в студии Екатерина Устюшенко. Первый день лета, он же День защиты детей, в Улан-Удэ отметился дождем и градом. А байкальская нерпа стала народным символом республики. Так решили жители Бурятии. Ну а сейчас коротко о том, что вас ждет в выпуске. Обсуждаем возможность начала туристических полетов, маршрутов по направлению Аршан. Вместо Таиланда в Аршан. В Бурятии планируют возобновить авиасообщение с отдаленными районами республики. Всем рекомендую, made in Бурятия. Сделано в Бурятии. Глава оценил местное масочное производство. Удын айма халун наранда, алябр бага огона гонзат, гура халхата, сулы гадел голдын, иши тише, харё хата зубшан, ябажа гуилдыны. Какими были бурятские книги 100 лет назад? Ни переменчивая погода, ни карантин. Ничто не в силах остановить артистов, тем более, когда на кону улыбки детей. Певица, циркачи и танцоры. Звездный состав поздравил юных пациентов детской республиканской клинической больницы с Днем защиты детей. Сейчас надо такие сердечки показать. Можете все-все-все? Даже несмотря на карантин, да, то есть детей надо поздравлять, чтобы они свое детство не упустили. Особенно те ребята, которые сейчас, ну, находятся в больницах, как бы им так скучно, грустно, да, лежать в больнице. А тут, ну, как бы праздник. И мы решили не упускать этот момент, приехать, поздравить такими мобильными бригадами, подарить какой-то кусочек радости детям. Пусть небольшой, дистанционный, но ты можешь это сделать. В это трудное время, я думаю, им надо побольше улыбаться, радоваться жизни и никогда не грустить, и выздоравливать поскорее. Вожатые, которые также в костюмах развозят детям продукты, сладости для детишек, поздравляют с праздником. Ну и, собственно, мы подумали, что этого будет мало и хотели бы еще порадовать детей. Идея родилась, а люди, которые отозвались, все это было очень просто. Все абсолютно бесплатно отозвались. Ну, на самом деле, чувство того, что все не зря, и хорошо, что такая идея пришла в голову. Это еще один шаг к выздоровлению, потому что каждый раз, когда волонтеры приходят и радуют детей, дети улыбаются и болезнь быстрее проходит. От себя и от всего коллектива хочу пожелать им огромного здоровья, выздоровления, мамам терпения, ну и всего самого хорошего. С праздником! С Днем защиты детей, дорогие наши ребятишки! С праздником! Ура! Большинство семей отмечает День защиты детей узким кругом. Никаких кинотеатров или развлекательных центров. Ситуация с коронавирусом по-прежнему напряженная. За сутки в Бурятии прибавилось 50 случаев. Итого, сегодня 699 пациентов проходят лечение. Большинство в стационаре. Общее количество зараженных по республике перешагнуло отметку 1500. В реанимации 19 человек, на аппаратах ИВЛ 4. Из-за введенных ограничений в Бурятии прогнозируют резкий скачок развития внутреннего туризма. Турция, Таиланд или Вьетнам? Зачем, если есть Байкал, а добраться из Улан-Удэ в Аршан Тункинского района скоро можно будет меньше, чем за час. В Бурятии планируют возобновить пассажирские авиасообщения с отдаленными районами республики. Сейчас совместно с Министерством туризма Республики Бурятия и Министерством транспорта Республики Бурятия обсуждаем возможность начала туристических полетов, маршрутов по направлению Аршан, то есть Улан-Удэ Аршан. Такого очень давно не было. Я думаю, что нынешняя ситуация, она даст дополнительный толчок, и мы начнем больше летать по республике.
Запустить авиарейс планируют в июле. По словам руководства аэропорта, цены будут доступными. Ну а пока о том, что уже точно случилось. В Бурятию помимо Победы вернулся еще один лоукостер. Сегодня после двухмесячного перерыва возобновила полеты авиакомпания «Смарт-Авиа» по маршруту Улан-Удэ, Москва-Улан-Удэ. Это второй низкобюджетный перевозчик, лоукостер, который совершает полеты по этому маршруту, обеспечивая, во-первых, очень доступную конкурентную цену по билетам. Вот, например, сейчас они объявили минимальную цену 4800 рублей в одну сторону. Очень доступная цена, правда, это субсидированные билеты, ну и просто коммерческие билеты достаточно доступны. Отметим, что компания «Победа» откроет авиасообщение со столицей России с 27 июня. Какой товар сейчас самый востребованный? К сожалению, это медицинская маска. В начале пандемии нехватка масок вызвала шумиху, но теперь Бурятия может быть спокойна. Сегодня глава республики побывал в двух новых производственных точках и сменил свою старую маску на местную. Тканевые маски в Улан-Удэ производили как минимум 5 крупных компаний, не считая частников. Теперь же в нашем городе появилось производство одноразовых масок. Идея пришла очень просто. Мы занимаемся общепитом, это наш обычный род деятельности. И ну, мы решили, что не стоит отчаиваться, и чтобы сохранить рабочие места сотрудникам, чтобы в любом случае продолжать какую-то деятельность и жить, мы решили, что мы могли бы вполне себе выполнить социальную миссию и таким образом еще и заработать на жизнь. Здесь находятся расходные материалы. Самый главный материал в маске на самом деле тот, который посередине, это мельтблаун, потому что эти материалы выполняют на самом деле функцию конструкции, то есть зажимают между собой мельтблаун, который, соответственно, задерживает как раз-таки бактерии и помогает нам защищаться и не заражать других людей. Сколько стоит такой станок? Станок стоит порядка 1 000 000 рублей со всеми расходными, естественно. Мне кажется, сейчас это особенно важно и актуально очень. Сколько масок вы делаете в день? Ну, около 1000 масок получается. Пошли работать. Вам идет? Удобно? Да, удобно. Всем рекомендую. Made in Бурятии. Спасибо. Когда только началась ситуация с коронавирусом, был большой дефицит масок. И цена, вы знаете, была там 38 рублей, даже больше за одну маску одноразовую. И мы искали возможности, где брать. И наши предприниматели, спасибо им, вложились в то, чтобы запустить собственное производство. Нам нужно собственное производство. Во-первых, гарантия того, что маски будут. Также наша маска отличается более расширенным полем использования, то есть это 195 на 100 миллиметров получается, что, ну, как бы в нашей республике более востребовано. Можно сказать так, да. Она пошире, поудобнее, то есть закрывается полностью все лицо, то есть не уменьшенный размер, как в основном в китайских масках бывает. Да, фиксатор здесь используется наш российский, фиксируется очень хорошо, крепко тоже, да, проникновение воздуха, почти что все герметично. Вы хотите сказать, в нашем регионе, то есть все с большими щеками, да? Да, но это будет более актуально, да. Специфика нашего региона, да. Особенно на карантине. Особенно на карантине, в частности, да. Цена вот одной маски? Ну, примерно ориентировочная цена 15 рублей на нашем рынке будет. Сейчас самая нижняя цена, которая на рынке есть, вот эти маски нашего производства как раз по самой нижней цене идут. Плюс к этому, вот, безусловно, и наши рабочие места для наших людей. Вот, и это выход на внешние рынки тоже. Внешние, я имею в виду, относительно Республики Бурятия. То есть это мы и в Иркутске, и в Забайкале, вообще в целом по Дальневосточному федеральному округу можем поставлять, потому что я не слышал, чтобы было еще где-то производство такие же открытые. За страсть к своей работе и труду, за непреодолимое желание развиваться и быть полезным обществу. Заслуженному деятелю искусств России Виктору Усовичу и экс-директору завода «Теплоприбор», обладателю ордена Трудового Красного Знамени Владимиру Немаеву присвоили звание «Почетный гражданин Бурятии». 30 мая, в День образования республики, Алексей Цыденов поздравил их по скайпу.
Его музыка известна далеко за пределами Бурятии и исполнялась на многих концертных площадках России. Опера, балет, симфония, фортепианные концерты, сочинения для бурятских народных инструментов, эстрадная музыка. Он проявил себя в разных жанрах. Виктор Алексеевич Усович, бурятский композитор, и по сей день продолжает развивать культуру и искусство родной республики. Сегодня особый день, и я бы хотел вас лично поздравить с высшим признанием ваших заслуг перед республикой и присвоением звания почетного гражданина Республики Бурятия. Огромное спасибо. Я должен сказать, что День Республики – это мой день, потому что я его ощущаю как большой праздник. Не потому, что сегодня вы мне вот опубликовали такую большую награду, а потому что я родился, вырос в Бурятии. Я очень дорожу нашей республикой. Смысл, высший смысл существования нации – это создание культуры. Это действительно так. И бурятскому народу это удалось. И культура бурятского народа, она очень и очень высока и конкурентоспособна. От лаборанта до директора завода «Теплоприбор» такой путь прошел другой почетный гражданин республики Владимир Бадмаевич Немаев. Он внес значительный вклад в развитие энергетики Бурятии. Хочу вас поздравить. И с праздником, с Днем Республики, и с вашей наградой, с самым высоким уровнем признания в республике. За вашу такую долгую трудовую жизнь, за ваши достижения. Вот от души поздравляю с такой наградой, с таким признанием. Спасибо большое за вашу поддержку, спасибо. И за то, что вы обращаете внимание завода «Теплоприбор» и коллектива. Отметим, что звание «Почетный гражданин Бурятии» присваивается в особых случаях. Например, за героический подвиг, за выдающиеся открытия, а также за общепризнанные заслуги в экономике, науке, культуре, спорте. Имена удостоенных почетного звания заносятся в специальную книгу. Ctrl-Shift, и сегодня мы с легкостью переходим с латиницы на кириллицу и обратно. А 100 лет назад к такому переходу готовились годами. Вы знали, что еще на заре становления республики бурятские книги выпускались на латинице? Увидев их сегодня, вы не сразу поймете, о чем они. В нашей редакции такое под силу только Баерме Роднаевой. Сену ю бена ажил турул. Монголы уже давно и активно пользуются латиницей, пишут на монгольском, но латинскими буквами. Казалось бы, такая тенденция появилась в эпоху гаджетов, но нет, почти 100 лет назад. Вот, допустим, книга Хоценамсараева «Царинпил», написанная на бурятском языке, но латинскими буквами. Сейчас попробую прочитать вам фрагмент. Удын аймахалун наранда. Алябр баға оғоны ғынзыт, ғуыра халқыда сулы ғадайлғылдың иші-тиші хореохаты зубшын ябыжы ғуилдыны. В принципе, прочесть и понять можно. Стоит только немножко приноровиться. Такими бурятские книги были на протяжении 10 лет, в 1930-е годы. Еще 5 лет до этого разрабатывали систему, какая буква будет обозначать какой звук. Тогда советская власть уже состоялась, но еще не решила, каким типом письма будет пользоваться население. Те, кто владел грамотой, знали только старомонгольский. Переводили на латиницу с целью объединить и создать всемирный алфавит для пролетарского мира и революции. Но спустя время и смену власти вернулись такие кириллицы. На ней-то был выпущен первый выпуск журнала «Жизнь Бурятии». Первое лицо республики Михаил Ербанов тогда писал. Наша молодая, культурно отсталая, хозяйственно слабо развитая и недостаточно экономически дифференцированная Бурят-Монгольская республика все же выдержала экзамен на аттестат зрелости. Про коррупцию тогда писали? Скорее всего, писали. Я уверена, что тогда же это как правда жизни. И тем более, что, как сказал Ербанов, что все мы должны проблемы как-то учитывать здесь и писать про все наши трудности. Эти и другие издания довольно подробно рассказывают о том, какой была Бурятия почти 100 лет назад. Из одних только объявлений купли-продажи можно судить. Работали самые разные предприятия. В отделе редких книг Национальной библиотеки хранится более 23 тысяч таких изданий.
зданий. Самое древнее из них датируется XVI веком. Ну, любой посетитель, пользователь и гости нашего отдела, они имеют возможность увидеть все эти издания в наших тематических выставках и в музее книги, естественно. Но в основном приходят к нам, конечно, в связи с какими-то научными разысканиями аспиранты, ученые, и в том числе из-за рубежа, которым мы предоставляем уже оригиналы наших изданий просматривать, изучать. Ну и нужно сказать, что большая часть уже краеведческих изданий, наших оригинальных, уникальных изданий, ранние издания, они в основном все уже представлены на сайте нашей библиотеки в оцифрованном виде. Прийти в библиотеку и изучить уникальные экспонаты можно будет после снятия ограничений. Далее, ну, очень короткая реклама, и вот что вы увидите после нее. Сначала я не поверила, думаю, как так все выплаты. Жители Бурятии продолжают получать президентские выплаты на детей. Мне радует то, что она откапана, она уже поднялась, она вот-вот зацветет. Малина на 3 гектарах. В Бурятии пенсионер выращивает ягоды и не только. В сотых кварталах открылся самый большой продуктовый магазин в Бурятии. Шокер цена в Абсолюте. Шампунь Head & Shoulders со скидкой 27% всего 134,99. Абсолют. Гарант низких цен. В Бурятии начались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате на детей в связи с коронавирусом. Обратиться за пособием можно до 1 октября текущего года на сайте госуслуги.ру. По 10 тысяч рублей детям от 3 до 16 лет мы смогли подготовить на 139,5 тысяч детей. И вот сегодня, 1 июня, в течение дня, почти 1,4 миллиарда рублей будет зачислено на счета получателей. Хочу сказать, что вообще у нас в республике порядка 204 тысяч детей, которые имеют право на эти выплаты. Ну, в настоящее время мы обработали заявления с 12 мая по 28 мая. И вот все эти обработанные заявления будут перечислены сегодня. Уже в федеральное казначейство мы передали, выходные все массивы платежные подготовили. И сегодня в течение дня у нас счастливые семьи будут получать на свои банковские счета. Отказов в связи с неверной актовой записью и отказов в связи с неверным номером свидетельства о рождении, номера актовой записи не будет. Единственное тут затруднение в том, что с нашим специалистам нужно будет связываться с вами, а как вы помните, там есть строка для обратной связи, номер телефона, по этому телефону мы с вами связываемся и уточняем. Ну, единственное, что, ну, конечно, лучше не допускать эти ошибки, тогда заверения будут обрабатываться еще быстрее. То, что касается отдаленных населенных пунктов, по поручению главы республики во всех сельских поселениях организованы пункты интернета, вот где можно подать дистанционно через портал государственных услуг. Мы понимаем, что есть вот и отдаленные стоянки и так далее, может быть, не просто добраться, но до места, где есть интернет, или если есть, допустим, сложно через, ну, самому это сделать, хотя сервисы очень простые, просьба доехать до сельского поселения, там это можно будет, ну, сделать просто, и специалисты сельского поселения помогут также эти заявления подать. Эти выплаты находятся под личным контролем президента Российской Федерации, главы нашей республики. Просьба помочь тем, кто еще не подал заявление. Мы понимаем, что есть те, кто не подал заявление по каким-то причинам, поскольку их подать можно было до 1 октября, ждут это сделать ближе к школе, может быть. А есть те, кто и, может быть, и не знает об этих выплатах, несмотря на широкую разъяснительную кампанию. Большая просьба своим знакомым, друзьям, близким, соседям, может быть, те, кто еще, может быть, не знает об этих выплатах, может быть, сталкивается с какими-то трудностями, помочь подать эти заявления.
Напомним, по поручению Владимира Путина право на материальную поддержку имеют и дети до 3 лет. В связи с коронавирусом президент поручил выплатить по 5000 рублей за апрель, май и июнь всем семьям с маленькими детьми. Те, кто подал заявление ранее, уже получили выплаты за 2 месяца. Заявление я подала, и через 5 дней выплаты пришли. Сначала я не поверила, думаю, как так всем выплаты. Невестка, сестра получили, потом на работе тоже так же получили поддержку. Но у них дети от 3 и до 16 лет, поэтому они тоже получили поддержку государственную. И, конечно, это ощутимая помощь. Мы тем более растем с дочкой. Вот, и как бы нам надо все покупать, все детские вещи. Вот спасибо большое государству, что так оказали помощь нам. У меня один ребенок, вот оформили выплату до 3 лет. Сейчас цены растут на все, и как бы тяжело с ребенком все равно, и все равно помощь была, как бы порадовала. У ребенка планировала кровать купить, пока, но пока больше, в принципе, все есть у нас. Если вы еще не оформили заявление, то подать его можно до 1 октября на портале Пенсионного фонда или через госуслуги. Дальний Восток – территория уникальных людей. Герой следующего сюжета – любимец жителей Бичурского района. Афанасий Утенков много лет трудится на земле, получает федеральную поддержку, создает рабочие места, выращивает пшеницу, овес, рожь, содержит крупный рогатый скот и даже ухаживает за целым садом малины. В его владениях ни много ни мало, а почти 600 гектаров земли. Как пенсионеру удается справляться со всем этим, узнала Мариам Восконян. Бичурский район всегда славился своими тружениками, но герой, о котором мы расскажем сегодня, это что-то уникальное. Он единственный во всей Бурятии выращивает малину в огромных масштабах. Этот сад на 2,5 гектара появился еще полвека назад. В прошлом году Афанасий Утенков обновил его, посадил новые саженцы и теперь создает рабочие места для многих местных жителей. И не собирается на этом останавливаться. Выращиваем пшеницу, овес, донник, ячмень, рожь. Я хочу, чтобы вот эти дети, они ели чисто экологический продукт. Чтобы не было там никаких примесей. Если будет свое мясо, да, раз чистое, натуральное мясо, безо всяких яких, молоко, сметана, творог. Но совсем же большая разница. Выращивать начали давно. Я пришел сюда, малина уже это была. Урожай практически, ну, нормальный. Это все нормально. Но самые, конечно, тяжелые работы моим женщинам. Здесь работают мне 5 женщин. Это, конечно, закопать малину и откопать малину. А ваша супруга не жалуется на нехватку внимания? Ну, она... Мы уже друг друга только не ругаемся, а так... Она все понимает, что это вопрос такой. Она сама-то... Помогает. Помогает. Ну, в рамках нашей государственной программы есть... У нас мероприятие по поддержке многолетних насаждений, то есть это конкретно закладка и уход за многолетними насаждениями. Значит, в рамках этой программы Афанасий Федорович в прошлом году получил субсидию на поддержку своего сада. В прошлом году помогли, мы его сад, тот половина гектар, вообще меняли. Позапрошлом году начали менять. И вот сейчас у нас вот там еще, вот за этим садом, вот за этим полем, там у нас есть еще 67 соток, ну 70 соток. Мы его нынче будем тоже, ну все хорошо, тоже саженцы договорились покупать и восстанавливать там тоже. Где берете силы на то, чтобы каждый день так много работать? Во, вот это вся сила. Вот будет она малина или не будет, мы же не знаем. Но мне радует то, что она откапана, она уже поднялась, она вот-вот зацветет. Надо было бы так не 500, 600, 700 гектаров обрабатывать, а хотя бы 1000-3. Вот тогда бы мечта моя свыше крыши.
Сегодня не только день защиты детей, но и день рождения нового магазина. Первый этаж торгово-развлекательного центра «Мед» ждет своих покупателей. В Улан-Удэ открылся самый большой в Бурятии «Титан». Покупателей ждет рыба прямиком из аквариума и хлеб по особой технологии. На открытии гипермаркета побывала наш корреспондент Дарья Ситникова. Сотые кварталы. 2 года назад на этом месте был пустырь, а сейчас здесь современное здание в 18 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Мед» открывает свои двери. И первый в очереди – гипермаркет «Титан». Покупатели обустроили удобный пешеходный переход и парковку на 500 мест. А еще одна фишка от «Титана» – это медовый автобус. Он будет доставлять их прямо в мед. 3, 2, 1, летом! В проекте предусмотрено все, концептуально все основные, так сказать, подразделения, магазины и отделы, которые нужны для жителей не только микрорайонов, сотых кварталов, где это 110-й квартал, но и для всего города и даже, я бы сказал, республики. Здесь создано сегодня 210 рабочих мест. Это полностью магазин большой, это полностью здесь цеха, полностью все производство здесь будет, все, что выпускается. Большая пекарня, очень большие производственные цеха. Рыбный отдел вы увидели, даже там живая рыба есть у нас, форель. А вообще еще добавится будет около 300, 286. Здесь будет создано рабочих мест. Сегодня 210 пока. Все местные товаропроизводители выставлены в приоритетном порядке на самых лобных местах. Это в торцевых зонах. И выделено все при этом большим таком обознавательным знаком, сделано в Бурятии. И вот медовая лавка, она демонстрирует все виды меда, которые производятся на территории Российской Федерации. И в приоритетном порядке наши бурятские сорта меда, Кабанского, Мухашибирского района и так далее. А скажите, пожалуйста, у вас вот у «Титана» какой-то собственный фирменный хлеб будет? Вот что-то самое вкусное? Фишки мы конкретно здесь сделали именно вот ремесленные хлеба. Это палочки грессини, это чиабатта итальянская, именно того качества, которое кушают в Италии покупатели. Багет парижский, хлеб такана, старославянский хлеб, заливные хлеба, старорусский хлеб. То есть это именно те хлеба, которые производятся только в нашей сети, и у наших конкурентов его нет. Покупатели могут приобрести только именно вот здесь, в этом магазине, поскольку оборудование для производства этого хлеба именно находится только здесь. На фоне этого «Титана» отдыхает даже «Мега». Только представьте, 6,5 тысяч квадратных метров еды. Этот «Титан» самый крупный. Милости просим, сегодня в наш торговый центр «Мед», гипермаркет «Титан», завтра и теперь уже всегда. К этому часу все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте и социальных сетях. До свидания. Интернет-магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены, как в магазине. Быстро, удобно и просто. tgabsolut-shop.ru. Своя квартира в центре города? Все просто. Ипотека всего за 2%. «Бургражданстрой» – ведущий застройщик Бурятии. Квартиры без посредников. Подробности по телефону 22 22 50.